Всем привет! Добро пожаловать в очередной мой влог о жизни в Польше. Для тех, кто смотрит впервые, мы до этого с мужем и с ребенком путешествовали около 6 лет, практически жили в путешествии в разных странах. У меня есть несколько влогов, к сожалению, я снимала мало в тот момент и очень об этом жалею. Есть Хорватия, Черногория, Турция, Испания, да. К сожалению, в Венгрии не снимала, на Кипре не снимала. То есть мы жили по чуть-чуть, по 3 месяца в разных странах. В этом видео также хочу вам показать. Недавно для себя приобрела вещи в манго. Да, все практически из манго и какие-то украшения из H&M. Хочу поделиться. Очень люблю сама такие видео смотреть. И также для себя делаю какие-то, если мне нравятся вещи, и блогер показывает, где это купить, и я очень бываю благодарна. Поэтому хочу быть полезной вам, покажу свои покупки. Но хочу рассказать до этого, как это вообще произошло. Очень такой прикольный получился шопинг. То есть у нас есть сын маленький, да, и он требует очень много внимания, и в торговом центре мы, конечно же, по очереди его там развлекаем, где-то там детские есть такие зоны. И я в торопях пошла, в общем, одна выбирать себе вещи, выбрала, сфоткала, мужа отправила. И я всегда спрашиваю, когда я сама сомневаюсь, нравится ему или нет. В итоге он все забраковал, сказал, это некрасиво. В общем, не то, не то, все не то. И я такая, в общем, психанула, говорю, окей, давай, пойдем вместе. Вот все, что ты мне подберешь, я типа 100% куплю. И я ему говорю, окей, давай, выбирай. Я согласна на все, что угодно, помоги мне. То есть я настолько уже была как бы уставшая, что думаю, блин, посмотрю, что он мне покажет. То есть такой был вызов. В итоге он показывает мне один комплект, да, блузка и что-то там, по-моему, кардиган был, да, и второй комплект. И мне оба комплекта нравятся, то есть сочетание, там, узоры, и я их не замечала. То есть я, знаете, так бывает часто, что ты очень сильно вот это вот смотришь у стилистов, да, вот эти очень пиковые тренды, да, когда вот прям очень модные формы, вот эти жакеты, золотые пуговицы, и ты автоматом выбираешь что-то подобное, но не всегда в жизни это тебе подходит. А муж, он как бы не знает о трендах, но он знает, что женщина украшает чисто таким мужским взглядом. В итоге так совпало, слава богу, что я показала одну сумку. То есть я шла к сумке, которую я хотела, но он увидел другую, которая еще лучше, и в ней сочетаются 2 тренда. Это сумка манго. Я не знаю, как это называется форма. В общем, она мне очень нравится. Я даже специально одела часы с таким коричневым ремешком. То есть она вот так под подмышки, да, носится. И она очень легкая. Небольшого размера, помещается туда телефон, помада, ключи, то есть и форма, и цвет, я хотела как раз коричневую. Я покажу вам, что я выбирала, на фотографии вставлю, и вы поймете, почему то, что выбрал муж, мне тоже как бы понравилось. Вот, цена была где-то 129 злотых, это манго коричневая. Дальше мы пошли в резервет, и сначала понравилась мне блузка, то есть не мне, а мужу. Она была такая, знаете, коричневая, в крапинку, как будто брызги такие краски. И здесь у нее был бант. Но что-то она была слишком широкая, что ли, или цена не понравилась. То есть за такое, знаете, вискоза, по-моему, что-то она вышла бы в 50 евро. Она была не 100% вау. Мне, ну и нам, ладно, нам. И мне она приглянулась, эта блузка, но я как бы сомневалась, что она как бы мне подходит. Вот так она выглядит. Здесь пуговички, наверное. Вот, на золотых пуговичках вот такие манжеты. Тоже, знаете, она такая вот мятая, удлиненная, такая, типа, знаете, шелковая, в таком молочном оттенке. В общем, тоже в таком, знаете,
очень женственном стиле. Рукава немножко даже, по-моему, видите, с складочками. Лучше, конечно, показывать на себе. Окей, я вообще хотела рубашку, но рубашки мне не идут. Но мне идут больше рюшечки и всякие рукава фонариком, романтичные, горошек, так, в общем, романтичные образы. Так, дальше. Вот это было до блузки, вот такой кардиган. Знаете, у меня есть свитер типа а-ля с такими с косичками на зимний, да, сезон, но она мне так надоела, но когда я увидела вот это сочетание вязки, да, то есть здесь оно вот, вот это вот, да, узоры, вот здесь вот край, практически она похожа на жакет, да, который вот сейчас все носят, и когда я померила, я фотографию тоже вам ставлю. Ну, блин, я мне показалось, что я становлюсь квадратной. У меня рост 1,59 м, 1,60 м. Вот, и я становлюсь такой, ну, то есть она меня делает квадратной. Этот кардиган не делает меня квадратной за счет вот этого выреза. И если носить вот с этой блузкой, да, то, мне кажется, очень даже нежно сочетание такого, знаете, такого типа шелк, атлас и такая вязка. И плюс коричневая сумочка. Хорошо бы, конечно, себе показать, но пока, может быть, даже сниму видео. Продолжу я вам показывать свои покупки. Вот, смотрите, купила вот такие серьги. Они, это H&M, они дутые и не тяжелые, достаточно крупные и трендовое такое вот сердце. Видела тоже еще в виде кулона, тоже красиво было бы, но пока не брала. Вот такие вот серьги, это H&M. Еще в H&M взяла кольца крупные, это сет, вот так покажу, кроме вот, вот это Daniel Wellington. А вот эти все крупные, вот, раз, два, три, четыре. Не спрашивайте, почему зеленый камень, просто захотела. Я когда сестре отправила, она говорит, а что у тебя есть зеленое? Я такая, блин, у меня ничего нет зеленого. А, значит, будет. В чем проблема, да? И еще одна, это даже не покупка, это не одежда, не украшение, не обувь, не сумка. Это такое, это книга на русском языке для сына. Когда ты живешь в Европе, это очень большая ценность найти книгу на русском языке, как говорится, по адекватной цене. Когда я жила в Черногории, искала книги, они стоили где-то 1,5-2 тысячи за штуку, и они были вот такого маленького размера. И там пару слов, типа жили-были, там трали-вали и все. Ну, для 2 лет, там 3 лет. И здесь я в приложении Vinted, да, когда продавала детские кроссовки, которые, из которых мы выросли, и я смотрю, что продаются детские книги на русском. И я нашла за 25 злотых вот такую огромную книжку «Жили-были ёжики», и здесь есть классные иллюстрации. Сама книга очень такого качества, она глянцевая, то есть не пачкается быстро, и очень много текста. И здесь не одна сказка, то есть тут можно читать прям много. Каждый день есть что почитать. То есть не так, что там 3 слова, 2 притопа и все, да. Здесь, видите, очень много сказок. Будем читать. В общем, очень рада, прям считаю, что это то, чем тоже важно делиться, чтобы вы понимали, насколько это ценная находка. Что там написано? Спит ёжик. Спит ёжик. Да. Угу. Ложится спать. Ложится дальше. Спать. Дальше, давай. Белка? Белка? Угу. Что такое? Это... Сова? Сова. Да, что такое? Ты знаешь? Это хозяик. Снеговик. Да. Это зайчик. Это зайчик. Да. Прыгаешь. Ой, бобёр. Бобёр. Да. Ой,
Пи-пи-пи. Мышка, пи-пи-пи. Мышка. Да, велика. Да. Это что такое? Сейчас папа будет собирать. Это... Вау, блин, очень красивый. Вау! Ну не первый велик. Еще вот это есть. Там собирать. Класс. Толкай, дави педали. Чтобы быстро ехать, надо, Дэнни, да, прилагать усилия, давить, да, на педаль. Да. Ой, они ушли. Давай. Еще есть. Это что такое? Прямо держи руль. Прямо. Педали дави вперед. Дави вперед. Давай, давай, давай. Давай. Го. Давай. Надо. Крути педали. Вперед. Вперед, вперед. Давай, давай. Ты можешь, давай. Вот, молодец. Да, класс. Давай. Не могу ехать. Подтолкнуть? Да. Давай. Крути, крути, а педали крутить не забывай. Ты сейчас на тормоз нажал. На тормоз не надо, давай, крути, крути. Крути, крути. О,
Вот, вот, вот. Ты молодец. Крути. Усилие надо. Сильно-сильно нажимать. Ты маленький? Вот, 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 вот. Давай, давай, давай. Давай, давай. Крути, крути, крути. Да. Покажи, сзади, покажи, сзади. Сзади. Я там заканчиваю свой блог. Всех обнимаю, всем рада. Спасибо вам еще раз. Буду рада, если вы будете распространять мои видео, пересылать, сохранять, лайкать и так далее. Вот. И всем пока-пока.